Всем привет! Сегодня 14 июня 2015 год. И всем привет из Калифорнии, из Сакраменто. Сегодня воскресенье. Я была сегодня в церкви американской. Была проповедь полностью на английском. Пастор американец. Все было очень интересно. И после церкви я сегодня пошла с другом кататься на лодках. Раньше эта речка была очень узкая и очень маленькая, но когда поставили это дамбу, то с обратной стороны там уже этот водопадик маленький, и она стала широкая, эта речка, и можно брать на прокат лодки. Вот я взяла лодку такую, сейчас, взяла вот такую лодку, сразу входила в стоимость вот эта жилетка, ну и, конечно же, такая штучка, которой надо плыть. С помощью нее, то это стоит где-то $7 в час. Вот ты катаешься, но там надо давать залог, чтобы ничего не случилось, там надо показать удостоверение, они забирают. То у меня украинские права, то я отдала свои права украинские, они забрали, чтобы когда я вернула, они посмотрели, что все в порядке, лодка на месте, целая, и тогда они мне вернут. Тут очень классная, это большая такая речка, и люди могут брать и лодочку на 2 человека. Ну, вообще лодки есть от 1 до 4 человек. Кто сколько хочет. Вот у меня одна лодка. Вон, друг Славик. У него тоже своя лодка, но вон люди катаются. Там двое людей, да. И вон я сейчас буду плыть туда. Там есть ущелье, и под мостом хочу проплыть. Там, говорят, очень красиво. Сейчас очень жарко, поэтому я намазалась антисолнечным кремом, чтобы не сгореть просто. Или не загореть неправильно. Чтобы я не загорела неправильно, то поэтому я намазалась, чтобы было все равномерно. Тут люди катаются, могут и просто на лодке кататься. А есть такие люди, которые как плот, они стоят, держит равновесие, и потом этими веслами работают и плывут. Там дальше где-то я видела... А, да, вон. Вот там прямо, ближе уже возле этих деревьев, там есть такие отделенные как шайбочки такие, и там узкая дорожка для тоненьких лодок. Там делают какие-то как заплывы на скорость, там гонки всякие, только на лодках, и типа... На победителя тут такие игры проводят. Очень интересно. Парковка входит в стоимость в эти $7 в час. Класс, мне здесь очень нравится. Я уже давненько не каталась на лодке, но вот только что я как начала рулить и не могла держать равновесие. Кручусь вокруг. Но сейчас уже чуть-чуть начала работать, уже хоть продвигаюсь. Буду я... А, и очки взяла, потому что... Это мне дали очки, потому что если так, то сильно солнце печет. А с очками это классно. Классно и красиво, и можно хоть смотреть красоту. А вообще, я когда вот на велосипеде, вы можете видео посмотреть. Внизу видео посмотреть. Там я на велосипеде каталась. То я тоже мимо этой речки я проезжала. На велосипеде очень классно кататься, а на лодке это тоже классно кататься, потому что это тоже спорт, а я люблю спортом заниматься. И желаю вам тоже отличного дня, отличного и хорошего настроения. Вот тут под водой прям очень видно, очень хорошо водоросли. Мне такое впечатление, что я в каком-то большом аквариуме, и я смотрю на водоросли. С аквариума. Очень чистая вода. Но тут уже мелко, потому что тут находятся уже деревья. А вон как маленький островок, туда подъезжает лодочка. А вон там уточки. Классно, как все классно. Круто, поехала я дальше. А здесь еще туннель есть, но чтобы пройти к туннелю, тут надо было пройти вот там сзади, там же камешки, и пришлось нам вставать. Ауч! Нет. Тут очень-очень мелко. Поэтому... Но оно едет. Едет. Но я убираюсь. Ух. Все, плыву я. Плыву я. Плыву
колдунья такая. Поплыли мы, поплыли. Я вижу в конце туннеля свет. Круто. Плыву я, но мне одной рукой неудобно, поэтому я буду плыть. Все, поплыла я. Едем мы только что, вот там прямо было, то мы только что проезжали мимо водорослей, которые полностью торчали из воды. А тут уже водоросли спрятались в воду, тут уже поглубже вода стала. Вот тут проезжаем. Ну тут вообще много, это уже не удивительно, то что тут столько много уточек толстых таких. Ох бы их на мясо. Но нет, нельзя. Они тут как у себя дома ходят. Тут и маленькие, и семьями они ходят. Вон они маленькие такие. А вон олененок. Вон он. Вот их два. Не слышат. Едят листочек. Маленькие такие. У меня есть видео, там, где я ходила за расторопшей и срывала. Там тоже олененок смотрел на меня, только их там было три, а они листочки с деревьев кушали. Ой, какие хорошие. Как же здесь классно кататься. Плавать, это здорово. Тут столько много уточек маленьких, а вот там они маленькие совсем. Они перед этим ко мне прям приплывали. Я им, вот так они на таком расстоянии, как вот это было. Я им так говорила, они ко мне не шли. И тут родители приплыли с обоих сторон. Такие классные. Я плаваю. Я уже умею держать равновесие. Только в таких зарослях. Черепашка вот здесь была. Ну вот она плыла. И мы остановились, но так как тут мелко, мы спустились. И вот такой Славик достал такую маленькую черепашку. Она клюется. Ну, не клюется, она кусается, если дать черепашку. Вот видите? Она маленькая. Я знаю, что черепашек еще нужно мыть. А у них тут это хорошо моется. Им приятно, когда зубной щеткой делаешь ей. Но я ее не буду брать с собой домой, потому что мне его жалко. Если это мальчик, то там он, я думаю, это маленький щеночек, маленькая черепашка. Он так ручками шевелит, ну да мамы хочет. А, это еще красноголовка как-то. Малютка! Ой! Он хочет на волю, он как маленький ребенок, ручками, ножками не контролирует. Дюгу я бы его поцеловала, как медвежонка. Чебурашка. Ой, мамочки, у него это панцирь отламывается. Я его буду выпускать.